Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Легостан номер один, или же Number 1. И мы продолжаем смотреть самые большие главные самоделки ютуберов. Вот, только вот надо мне сфокусировать. Значит, это Арктран от Ганганера Грава. Он, наверное, это не посмотрит, поэтому к нему обращаться не буду. Насколько я знаю, это его самая большая самоделка, появлялась в мультиках. И давайте я ее обсужу. Но она уже прекрасная, как Даркнесса. Да, это, к сожалению, вот так вот. Во-первых, он китайский, но это ничего страшного. Тут есть вот китайские детали, я даже могу вот показать. Вот это соединение, допустим. Вот, но давайте лучше к плюсам сразу же перейдем. Значит, опять же, ВК фотка. Вот. Давайте перейдем сразу же к плюсам. Мне очень нравятся его пальцы. Офигенные пальцы. Я знаю, что за конструкцию ты взял набор. Ну, он не посмотрит. Я знаю, что он взял за конструкцию набор 2009 года. Там этот скрал, сидящий на монстре. По крайней мере, у тебя просто эволюционированная у него голова. Кстати, очень классная, мне нравится эта голова. Из мечей скралов тоже крутые крылья. Мне нравится, давайте даже, я даже не смотрел на хвост, честное слово. Ну, хвост, да, простенький, но красивый. Вот. Но сразу говорю, 10 из 10 я этой самоделки не поставлю. Но мне, если честно, нравится. То есть цвета, все гармонично, немного худощ... Вот из минусов. Вот где-то вот эта вот худощавость, вот здесь. Наверное, самоделка может быть на голову повыше моего стайла. Вот. Но вот я же говорю, вот минус худощавые такие вот здесь лапы, мог сделать пальцы, вот, человек, ноги у него очень крутые, да, реально крутые ноги, вообще классная самоделка, да, ставлю я 9 из 10 ей, в общем, вот такой вот был обзор на самоделку от Ганганера Графа, ставьте лайки, подписывайтесь, с вами был я, Легостан номер один, или же Number 1, всем пока.